Сейчас где-то спою. Сейчас я вам песенку поставлю на тему. Не надо. На тему слива, блядь. Ты стримишь, что ли? Да. Отрубай, они смотрят, наверное. Я чё? Да, блядь, да ты... Пускай стримит. Не удивляюсь, что тебе, короче, командирки, Артём. Так, Иван Вайс. Yeah. Самара, Валентин. Ну. Шейд по центру, так? Вайса нет, у нас... Трое. А, короче, Самар, давай мне это, Харитон, наверное, или как? Или ты на Харитон, а, давай, ты на Харитон, я на Елену. Я на Харитон. Да. А Харитон, ну, вообще ты... никто, половинка идет. Половинка, да, половинка ко мне. Так, я беру два конкурса. Два спецназа. Пацаны. Чё? Играем на квартиру. Квартиру? Каждый по две командирки берет, да? А чью, Валь? Наши квартиры против их. Так, я на центр одну поставлю. Одну на Дмитрий. На Дмитрий. Ты на Фёдор. Ладно, а что от меня требуется? Требуется не въебать сразу. Буду въебывать постепенно. Всё пиздец. Отбиваться. Блин, брат, боец. Что? Съебаться. Все в порядке. Не пришла подкрепление, не пришла. Что ж, обычные дела с тобой. Ебали. Я понял, Шейк. Может, мы там определимся, летим или не летим, что с самолетом? Я беру самолеты. Я два беру. Я лечу, Самар, лечу вот в этот ебаный дом. Так это твой дом, туда и приехать можешь. Лететь надо вот в этот ебаный дом. Хорошо, давай в этот ебаный дом полечу. Но они тоже не лохи. Я просто не понял конкретно мне, что делать. Слева. Играй. Где-то мне помогать. Я могу танков взять. Сюда возьми блок. Сюда возьми мне пехоту. Короче, я взял внезапно для них 4 танка топов. Внезапно, блядь. Внезапно такой. Куда ты им будешь ездить? Внезапно ты наш. Стану вот сюда. Они нас тут так же дрючат. Это же тактика. Только два нас с тобою наебали. Пушки полегли с патронами на пряжу. Вообще, короче, не в попад. Больше слуха нет. Пошел ты нахуй. Ухо, это мозгов нету, блядь. Печальный. Пехоты возьми мне, ёпта. Сюда вот. Мясо будет. Какую-нибудь хуйню еще возьми, кроме пехоты. Танк мне какой-нибудь туда отправить. Давай, сосредоточились, собрались, блять. Да, Самар, к врагам, ближе фоб. Пацаны, играем на квартиру. Так, я, короче, командирку одну отправляю тудыть. На центр одну тудыть. Играем на квартиру, пацаны. На квартиру нахуй. На две, блять. Двухкомнатную. Ну, чуваки, если что, так нельзя играть, потому что плана у нас нет. Почему есть? Ты просто, у тебя план нет, у нас свали план. Да, у меня план. Ну, конечно, у нас командного плана нет. Вылетели? Вале надо сразу вылетать. Чтобы, Валь, почему не вылетал сразу? СТС напалмит сейчас. Напалм не работает сейчас. Помните, они воздух умеренно используют. Все доиспользовались, блять. Один успел 4 ракеты въебать. Так, вызываю дропчик. Дропчик Самара. Не, ну это очень хуёво у меня тут. Я не знаю. Все нормально. Ага. Не летай, куда ты летишь? Понимаешь, нормально, он я летаю. Мне похуй на истребитель, мне нужно высадиться. Спарк. Сейчас тебя бомбану. Меня?
Вот, пизда, короче, парель. Я говорил, что летать это, блядь, галимая затея. Так-то ты вроде вылез, блядь. Сели, блядь, слава богу. Редко бывает такое. Самар, бомбиран делаю. Я так и делал. Блять, спецназ высадил на врагов. Ёбаный стос. Так, бля, у них 4. Высаживайте командирку срочно. Пацаны по командиркам играют. Мы тоже по командиркам. Мы тоже по командиркам играем. Хуёво играем по командиркам. Если у них плюс 2 сейчас. А мы там бомбим, да? Бомбим. Просто бомбишь пустые беттеры, как бы, имею в виду. Ребят. Чё? У меня пролетели пумы. Перехватываю. Вызывайте истребители, у кого есть. Ебать, короче. Всё. Сбил. Убираю Урала. Бомбанули мы очень. БМы давайте. Бомбанули хуёво, да? Хорошо бомбанули. Валь, ты где командирки твои? Я какие вызвал. Птуры нахуй? Выключай птуры. Я вызвал командирку себе на Борис. Ара, пускай птуры выключает. К себе командирку поставь. Да, на Борис вызвал. Мы это пиздюлируем как-то странно. Самар, давай, держись там. Не сливай танки! Не сливаю. Сливаешь танки топовые. Пацаны, вызываю командирку на Елену через 5 секунд. Нахуй танки, Самар, отводи, блядь! Да все тут нормально. БМ не слей свои. Нормальные танки. Валь, не слей свои, Самар, не слей в другие БМ. Надо знать матчасть, у него бронебойность 1. По моей броне. Вы только лезьте, блядь, надо лезть на Леню, а не дрочить. На Леонид едет 3 СУ-100. Слышал, Самар? Сейчас буду наступать, прямо наступаю. Только Року и Шики будут обстреливать, но не за 10 поинтов. Командирку, Валь, поставь у себя, заебал. Она едет. Надо сходу 2 брать, поэтому мы отдали им 100 поинтов. Есть. Да, именно так. Командирка встала. Мне нужна помощь на Харитоне, потому что там была целиком армия, а у меня не целиком. Шейн, помогаешь ему? Да ничем ему не помогаю. Ну надо лезть на Леонида. На Леонид уже начинаю ехать. Я помогаю на Леониде. СУ-100 выехали. Самар, что надо? Самар, чем помочь? Трэшем. Т-34 вызываю бесконечное количество. Да. СУ-100 выехали, ребята. Будешь что-то? Поддерживаем. Ну. БМ только сзади. Перехватываю интендарт. Перехват. Самари, помоги, Валь. Понял. Есть. Аккуратно там, Самару Шрыки, не слейтесь. Я себе, блядь, насук. Валь, не лезь дальше, там Куймару Шрыки. Не лезь дальше. Я понял, убираю. А, Самар, не лезь дальше танками, блядь.
У меня Окс на Анне. Лукс? Да, вот этой точке. Вызвал верт. Два верта. Самар, танк свой лучше убери, чем сливать его. Понял. А где конкурсы? Врубай. А, там дешевые цели, не врубай. Конкурсы не достают. Короче, в рот компот. Не четвертыми работай. Ага. Вот о чем я говорил. Вот какой лес надо занимать. Вот этот лес, куда я въезжаю, он читерный. Позволяет всю точку прорвать. Нахуй. Бомблю. Командоску? Нет, командоска снимается истребителем, а не бомбером. Это может убежать, понимаешь, от бомбера. Как правило, убегают от бомбера. Вот так вот. Теперь нужно у меня помогать, у меня жопа. Занимаюсь, бомблю тебе. Танк, патрон начинает кончаться. Валя! Да. Лагаешь. Ух, блядь. Какой брат боец на мосте. Парни, мне нужно очень крепко отбомбить город, вот этот. Все дома, там турист заебывает. А? Или чё? Бомблю. Киумару Шики, мне отработать по нему? Пока мне нечем там. Ребята, внизу... Надо... Ну. Конкурс, блядь, мы немножко лагаем тут, лажаем. Вперед, короче, блядь. Да, трэш через атаку шит. Все, что вот, все как надо. Прям нереально в тему. Да. Так оно и работает, собственно говоря. Заебок. Не один так танк. Так все планировалось. Киумару Шики идет, видите, вот мы не посадили. Врубай птуры и конкурсы, шит. Далеко. Выбегай. Борт его сваншу. Далеко, блядь. Далеко. Видишь, куда выстрелили? Туда далеко. ВДВ на край, шейд, вот в этот дом, ну ты... Угу, да, мудак, согласен. Давай! Есть! Сука. Да, детка! Вот так вот это делается. Не, все, заебись. Я атакую на Леонида. Слышали? Да, давай. Давай. Да, давай. Танк 4 патрона на Леониде. Аккуратно, БМ. Коцаны очень сильно. Нет выхода, нужно пиздить. А я бомблю мост. Я тоже. Ждай мы. Мочи ты 3-4, как фугас. В
Ребят, вызовите командирку на Харитон. Вызвал. И кобру сейчас убьют уже. Бомбы пошли. И сейчас я еще сброшу. ПВО нету, короче, у нас. Есть. Есть, есть ПВО. Она практически нет. Слегка ПВО. Мастурбирует, блин. Завалил. А с кобры что-то будет в ближайшее время? Слева надо бы ее. Да, 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 сейчас умрет. Просто он что-то прошел мимо нее. Бля, да че он? Сука, да. Хорошо. Напавлю? Нет, 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 не напавлю. Напавлю подъезд к городу, ребята. Так, сюда командовская идет. Ну гони сусто, Валь, налево, ёбни её. Я, не, ребят, я ебал эту игру. Валь, ты чё, дебил? Ты куда? Почему он выстрелил туда? Как, блядь? Ну, Мэдмат, блядь, хорошая игра. Мэдмат на изгейм, блядь. Ебанат изгейм, Валя. А чё ребят, будет, ребят, там, где мой ВДВ сидит, там проблемы. Да, да, да. Я скидываю туда чемодан. Там не проблема, там у вас АГС все разруливает. Какие проблемы, ёпт, сейчас танки подойдут. УАЗик, УАЗик, о, моя игла спасла шибиски, УАЗик, блин. Фух. Так, понимаю, его двигать, да, придется? Да, как сучка. Чемодан. Самар, танк тебя вызвал, или тебе нахуй танк там не нужен? Ебать, ВДВ твой горит, нахуй. Не, это было понятно, что его убьют. Конкурс убегаем. Потом. Я пока пытаюсь нарезать как можно больше кило. Давай. Блять, кто лагает? Самар, ты. Все лагают, блядь. Да не я. Не, уж и ты. Надо валить. Я тоже тебе могу лагать вполне. Ну, вот блядь, проблема. Я четверкой отхожу. Какой конкурс наказывают, чуваки? Что они, по-моему, не успевают уже. У вас АГС, блядь, спасает нахуй ситуацию. Да. Давай, Рад. Валь, Валь, я отхожу на перезарядке. Давай. Высаживай, Шейд, высаживай. Валь, высаживай слева. Высаживай, Валь, высаживай. Валя, блядь. Высаживаю. Да, блядь. Тут. Валь, вот здесь расплетуйся, потому что будут бомбить. Пыщ, пыщ, ололо. БМП-1Д. Сергей. На, курва, бля. Здесь дырка у нас. А, бля, где лол. Дырка? Маркер там, атак. Там Лиян есть, там Лиян есть. И разведка. Чего Самара такая жопа? Чего они там все лезут? Пыщ, пыщ. Да, блять, это их золотая жила. Им надо лес взять, где мой лес, где мое пламя стоит. Они этот лес, если не возьмут, они проебут игру. Вале нужно прореконить его сторону. Вале жопа какая-то. Вот рекон раз, рекон два. И нужно, чтобы мой конкурс работал, а то он не работает. Короче, парни, Лиян отсюда высовывайте и вперед пиздуйте. Понял. И нахуй маркеры удалить. Заебали. Так, ПВО у нас нихуя нету. Я иду бомбить левый фланг. Кто со мной идите?
Аккуратно, БТР-90, там жопа. Пусть лучше в него стреляет этот удар, блять, промахивает, чем. Так, танк полный. Так, нужно буратос или напалм сюда, потому что здесь надо работать. Валь, напалм и напалм. На перезарядке, на перезарядке. Ну, скоро полетит, главное, да, я надеюсь. Через минуту примерно. Я трешак вызываю, потому что тут уже бор. У вас АГС такой тук-тук-тук, мазафака. Хуй мару хуюй. Понял. А где он? Вот у меня. Понял. БМ убери, он мертвец, верно. Блять, я не видел, ребят. Ебать. Ребят, идет напалм. Пошел. А, кто может бомбить налево, бомбите, у них нет ПВО, они полностью короче. Шейд, пролетают юхи. Вот. Вижу. Да какой вот, тут Тор, блядь. Тут Тор, мазафака. Тащу к букам и торам логистику. Так, юхи пролетают. Где я говорил? Дырка. Блять, Валя. Сука, я говорил уже. Ну действовать у меня нечем. Сейчас я... Бля, и командирка вот без защиты. Вот, Валя, вот твой фланг всегда самый гралимый. Самый проебанный. Нам сейчас убьют все командирки. Там торы есть? Есть. Нет, реально жопа, давайте быстрее, делайте что угодно. Я иду на самый юг, который ближе к Дмитрию. В наборе двигай командирку, Валь, прям сейчас. Не, ее не подсветили. Ну ладно. В наборе могут подсветить, ты не узнаешь. Нет, там уже сразу. На центре командирку двигайте. Шейд, на центре командирку передвигивай. Да блять, убивайте их. Да все, мы выиграем, капитулируем. Но это повод задуматься, потому что Валя фланком всегда хуёво защищён. Нахуй. Вот. Нихуя не дзеру там, блядь. Плюс даже. Да, гарпунчики, да. Ох, БМ у меня просто настрелял, просто страницу, короче. Хачикуй.